Всем привет! Такой небольшой видеоотчет о том, что купил 4 шкафа длинных и один угловой, то есть того у меня уже 5 шкафов. Был, конечно, в таком более-менее бодром состоянии. Спасибо всем, кто отзывается, помогает, помогал и будет помогать. Благодаря вам я купил такие витрины, которых мне уже будет достаточно для того, чтобы хоть как-то начать уже выставку. Конечно, да, есть такие немножко подушатанные моменты там, ничего, отреставрируем, но зато уже в целом есть, потому что все-таки это гораздо дешевле, чем покупать под заказ мебель. Пока что мы не тянем. Хотя очень надеялся, что все получится, но пока будем вот так вот точечно приобретать бэушку и создавать выставку музей. Поэтому еще раз всем большое-большое спасибо за помощь, за то, что отзываетесь, помогаете. Спасибо. Хотелось стартануть и чтобы вы увидели прям красоту такую неимоверную, чтобы был потолок, там новые витрины большие. Но буду использовать и, наверное, старые витрины для того, чтобы демонстрировать вам свою коллекцию. А здесь сейчас вот в таком вот виде все экспонаты в коробках хранятся. Так, Гера, не возмущайся. Скоро будет выставка музея, будем принимать гостей. Да? Будем принимать гостей? Ну, скажи. Ну что, недолго я радовался шкафам. Я не знал, что бывают безответственные люди. Да и я, в принципе, не ошарил особо. Спасибо большое Илюхе, что пришел мне, помог разобраться, куда какие детали идут. Вот. И тоже помог, дал на шкафы. Спасибо тебе огромное. Короче говоря, из того, что нам дядечка сегодня привез, получается 2 шкафа. Но на эти 2 шкафа еще нужно покупать новую фурнитуру, потому что она все-таки такая подушатанная. Ну, то есть еще надо вложиться будет, пару тысяч, наверное, да? Где-то какие-то еще вот стекла надо будет вырезать. Но стекла у меня есть, в принципе. Если кто умеет резать стекла, может быть, понадобится ваша помощь. Короче говоря, из 5 шкафов, которые я сегодня приобрел, у нас получается всего лишь 2. Вот такие вот новости у нас. Сейчас дядечка приедет, я ему верну этот мусор. Веселье продолжается. Приехал дядечка, забрал, вернул деньги. Ну и говорит, короче, да, сейчас все на мусорку нахуй отвезу. Говорю, так ну мне тогда подарите уже. Не, ну как это, блядь? Закинул все в машину, да, нахуй, это как дрова, блядь, и увез, повез куда-то на мусорку. Ну, ладно, бог ему судья, как бы, да и, в принципе, знаешь, можно, конечно, было взять эти доски и там еще как-то вложиться, но, блин, у меня нет машины, чтобы действительно ездить, этим заниматься, как бы. Тем более за такие деньги, я думаю, можно и найти лучшее предложение. Там были предложения, полки были красного, желтого цвета, но мне они по цвету не подходили. А меня заманчивое предложение заманило, то, что белого цвета полки, стеклянные, я все посмотрел, как бы, но то, что на картинке и то, что в реале мне привезли, конечно, это вообще просто небо и земля. Поэтому мы взяли только лишь 2 шкафа, которые также надо еще будет там фурнитуру докупать, там всякую, которую еще херню. Но тем не менее, вот так вот. Вот. Так что все равно сборы средств продолжаются. Кто чем может помочь, помогайте. Если кто приедет, и шкафами, помогает, да, шкафами помочь. Шкафа. Может, кто-то вот на мусорке сейчас найдет эти шкафы. Знаете что, их нужно нести мне.